Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы будем стричь шарики на ножках, либо помпоны я их называю. Вот эта вот заготовочка, она еще не конца оформленная, будет неваки. Кончики мы пока не стригли, но поставили уже на растяжке. Стричь будет новичок, чтобы вы понимали, что это не так страшно, и у вас все получится. Юрий, мой супруг, ни разу еще не делал ни одну топиарную фигуру. И расскажем вам, как это будем делать. Вот с таких шариков. Любая туя в вашем саду, многоствольная, неухоженная и лохматая, может превратиться в такую прекрасную фигуру топиарного искусства. Каждую веточку мы берем для этого. Срезаем на кольцо все веточки, оголяем до макушки. Именно на кольцо, чтобы меньше пеньки оставались. Оставляем только одну макушечку. Это в дальнейшем будет у нас шарик такой. Он забьется со временем, обрастет. Бомбон такой, как на шапке. Не спеша вырезаем все. Юрий шикарно справляется. Ему это явно нравится. Пока никакие ветки не удаляем, просто чистим низ до верха. Любой запущенный сад у вас станет ухоженным, красивым и необычным. Чем хорошо шарики стричь? Тем, что они уже от природы, как бы у них ветвистость заложена, шар уже заложен. То есть их особо растягивать, формировать, может быть, даже и не надо. Пока мы оставляем все веточки, никакие не удаляем. Лишь со временем мы будем прорежать, чтобы сила шла там в 5-6 веток. Ну, а пока Юрий старается, я вам немножко покажу свой сад. Все растения в этом саду продаются. Приезжайте в гости за покупками. Все растения очень здоровые, красивые, формированы. Сейчас, конечно, к осени уже меньше ассортимент, но тем не менее. Частный питомник растений коллекционных. Уши у нас в штамбе. Сосны яркие всякие, красивые. Упси. А идем мы к цели, вот к таким шарикам. Эти шарики формировки 3 года. Это третий сезон. И мы стремимся именно к такому. Еще раз повторяю, что подстричь бомбоны на ножках, на шпажках, может самый-самый начинающий, даже ребенок, если уже умеет хорошо держать ножницы в руках под надзором родителей. Самое главное — преодолеть страх и начать стричь. У вас точно все получится. Ну, а тут уже начинает немножко прорисовываться будущая фигура. Через год покажу, что получилось. Так, вот практически Юра закончил все вырезать. Теперь у нас в середине ничего не будет, ни плеть, ничего. Берем бомбон. Это уже будем мы делать весной, но я вам сейчас покажу, как принцип. И треть обрезаем просто обычными ножницами. Вот так вот. Просто справится вот любой начинающий. Для того, чтобы заложились новые почки, они загущались, набивались бомбоны. Берем и обрезаем. Но это я советую делать не сейчас,
а весной, чтобы у нас, вот видите, я на готовой же фигуре не отрезала, для того, чтобы, ну, меньше стресса. И так, ну, видите, сколько была какая, а стала какая. Вообще, как бы, треть нужно только удалять хвоя. И ставим на растяжки. Это не обязательно должен быть бамбук или что-то красивое. Можно просто в землю воткнуть. Я вот все палочки, что у меня и были нужного размера, все идут, и бамбук, и обычная изолента, все идут в дело. Можно просто на растяжке ставить, в землю втыкать палочки. Но у меня в горшках, мне по-другому неудобно. Вот, через 2 года будет шедевр. Пожалуйста, занимайтесь своим садом, любите его, ухаживайте за ним. Удачи!